Друзья, всем привет! У нас сегодня производство. И первым делом мы сегодня готовим осетра в пряном масле. Покажу вам, как это делается. Берем вот такую тёжку, срезаем. Смотрите, какие жирные кусочки. На вот такие ровные кусочки нарезаем мы балычок ачойский провесной. Из ингредиентов, из специй дополнительных покажу сейчас. У нас здесь перец розовый целый, здесь у нас кориандр целый, укроп сушеный и лавровый лист. Естественно, мы еще вывариваем пряное масло. Секрет на секрет я вам, конечно, не расскажу. Вот, видите, какие красивые получаются у нас аппетитные баночки с осетром в пряном масле. Вся продукция фермы Синеморца готовится без консервантов и без ГМО, поэтому убедительная просьба, дорогие наши гурманы, как только вы получаете вкусные посылочки, всегда вы найдете в конверте, прикрепленном к коробке, инструкцию по хранению этих деликатесов. Дальше у нас по плану сегодня приготовление паштета. А может быть, паштетов, потому что у нас два их вида, сливочный и с овощами. Процесс приготовления я тоже сегодня вам покажу, но это будет чуть позже.